Здрасте, как вас зовут? Как вы тут поживаете, расскажите? Так, потихоньку. Потихоньку. Сегодня живем, а ночью не спим. Да нет, сегодня мы... хоть более-менее. Это вчера ж эту грушу все салахами людей повырывало. Вот тут он снаряд разорвался. Хорошо, и мало. На асфальт выскочил. А где? Вера там лежала, он соседи забрал. Она вот так. Где этот ветку, он, вона... До раз его не фотографировали, и салахами мы забыли, он там чуть-чуть, а он еще не... Это вас побило дом, да? А? Это дом побило, да, вас? Нету давно. И этот, це, мы не хозяйны, мы живем на юбилейной. Ага. У нас разбито все там. Це в людей живемо в чужих. Говорит, вам нічого не положено. Хоча б, говорю, оббиті ці вікна, зима, кажуть, де, салахфана. Нам дали в горсовіті. Угу. Вони вже порвалися все. Все порвалося, ото як на, этот, волною. Воно не снарядом, волною. Все повилітало. Що їм жалося? Та що хлопці тут? Обстрілюють все про ночі, да? А? Все про ночі обстрілювали, да? Вони стріляли, але не так. Сейчас потише. Потише, да, потише, потише. И так, а главное, в дверь. Вон, я не знаю, где понаходила, а такие. У дверь стреляют.